Все, можно начинать. Хорошо. Так, ну ладно, спасибо, спасибо всем, кто приходил и слушает онлайн вторую часть. Я начну с небольшого уточнения. Прошлого раза было очень много вопросов про катеноги. Вот, мне не удалось про это выяснить. Напомню, что катеноид – это поверхность, которая появляется, получается вращением графика гиперболических полукольцев. Вот. И вопрос был следующим. Вот она будет как-то так. Значит, вопрос был такой, что вот мы берем два диска, скажем, диаметра D большое. А расстояние между ними d мало. Вот, вопрос был такой, а какие вообще существуют минимальные поверхности, натянутые на эту пару дисков? Вот. Ну, и ответ такой, в общем. Оказывается, что существует некая константа c1. Вот. Такая, что если вот это отношение, оно меньше этой константы, вот, то существуют три минимальные поверхности. Вот, это два катеноида и тривиальный случай, значит, просто поверхности натянутые как бы из дисков. Вот, то есть, да, вот те, кто говорили, что существует два катеноида, они были правы у вас. Значит, то есть вот есть один, какой-то там второй. Вот, что называется катеноида? Это какой-то конкретный. Ну, там, значит, график вращения чосинуса, но чосинусы бывают там какие-то типа, значит, можете взять, ну, небольшой косинус x, а можете взять, значит, гиперболический, значит, ну, вот какой-то такой взять. Вот. Ну да. Вот и так подобрать АМО так, чтобы вот они под эти параметры. Вот, куда их нет. А, то есть это именно такое семейство, как мы да? Можно растить там в нем и сама за сам. Ну, вроде да. Я немножко боюсь набрать, на самом деле. Вот, может, там только один из этих параметров можно менять. Вот. Я вообще думал, что еще можно добавить констант. Но... Нет, вот констант добавить, это уже плохо. Почему? Не, ну, видимо, там, если брать ось, так было симметрично, даже посередине, если там их сравнивали. Вот так. А, так. Ну да, нет, но аргумент, но аргумент еще казал, что нужно просто сдвинуть чуть-чуть. Не, нет, сдвинуть это же там уже вращение будет другая поверхность получаться. Вот. Это мне кажется вряд ли. Вот. Не должно такого быть. Вот. Что-то я уже, знаете, на самом деле не уверен насчет. Вот лопа. В общем, давайте я так скажу, какие-то из этих параметров, в общем, может быть один, может быть оба, вот. Можно выписать так, что он какой-то вот из этих параметров может быть оба взять, значит, и будет получать действительно минимальное семейство. Ну, там прям что-то очевидно много, потому что можно нажать на взять производные бренды, колечко. Что взять произвольное B? Да, я считаю, что это будет.
Ну да, да, вот мне тоже кажется, что два параметра это много. Сейчас понял. Вот, значит, наверное. Сейчас, а разве нельзя вращать вокруг другой оси? Оси Y, как сказать. Вокруг какой оси сейчас? Ну, вертикальную ось. Вертикальную? Да. Нет. Наверное, можно, но не будет почему. Нет, да, вокруг этого мы не вращаем. Вот. Это уже не катеноид? Ну, это не катеноид. Если два параметра есть параметр А, то можно взять произвольное В, и выкрутить следующий А, и подтвердить через нужное В. Это вот контура линии, но туда я не смотрю. Давайте выясним, на самом деле. Может быть, не видно, да? Ну, как-то не видно. Так много не интересует вопрос. Давайте посмотрим, значит, вот как проинтересуется тянуть, да? На какое в итоге уравнение должна эта фигура декларировать? Ну, я выписал его в прошлый раз, значит, там средняя кривизна равна нулю должна быть. Не, ну понятно, ну, в смысле, это какое-то уравнение должно быть на функции y от x, как, нет? Ну да, 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 будет некоторое уравнение, вот. А, ну там есть уравнение минимального графика, да, на самом деле. Вот. Я его наизусть, наверное, не выписал, вот. Не, ну, все-таки не минимального. Не так часто нужно, что? Ну ладно, ну то есть, ну хорошо, ладно. Ну будет, да, там получится некоторое уравнение. Вот, значит, хорошо. Давайте же перестанем. И, значит, нам надо... Да. Было понятно с вращением. Вот. Значит, ну и давайте подставим действительно. Давайте попробуем сделать вот так вот этот дал, да? А здесь не нужно. Ну, а здесь даже можно, если укрепить руку, то научить бы аналогу B перегнать. Не мог. Если бы это отношение RB правильно. Все остальное отношение. А, ну да. Значит, можно перепроизвестовать. Ну, да, если бы говорить. Сейчас я перепроизвестовать. Нет, здесь нельзя, тогда у нас здесь константа выглядит. Нет, общий констант, но не важно. Сейчас. А, нет, здесь и А, и Б будет. Нет, ну одну из них, все, что я говорил, что одну из них можно сделать с константой, которая умножается на всю структуру. Нет, нельзя, потому что две константы тогда вылезет в третьем. Нет, ну будет их отношение. Да. Кого отношение? Ну, то есть мы заменим У как Б, У, например. Тогда у нас будет чечина с... Ну, понятно, да, то есть. Ну, тогда это, правда, нам прям условия поменяет. У нас там еще условия есть. Если мы ведем другую переменную, тогда здесь выйдет другая переменная константа. Перед У. Вот. Ну, хорошо, я могу написать, скажем, букву А здесь, вот, перед этим. В общем, где-то всплывет. От А, ну вот как я написал, мне кажется, от А и Б нельзя избавиться от ответа. Нельзя избавиться, я говорил, что можно в общем распоряжении всего всего. Можно загнать в общее распоряжение всего. А, ну это можно, но я не знаю, об этом есть. Вот такая, если граничный условие четко ему затворять, то это операция не безобидна. Вот, да, не знаю, есть ли в этом. Ну, просто подобные такие две штуки. Ну, хорошо, давайте попробуем выписать, значит, действительно, как это делается, да, то. Значит, здесь будет тогда А, Б. Значит, тут единичка. Значит, это дифференцируем по В. Минус. Так, правильно, да?
точечная форма, но смотрите, значит, вот мы думаем, во-первых, если перемножить между собой, то нули. Вот. Значит, если возвести это в квадрат, будет... Ага, я, кажется, начинаю понимать, что вообще получается. Если перемножить между собой скалярно... Ближе. Почему? Здесь косинус на синус, а здесь минус, минус и косинус на синус. Ну, константы разные. Где константы разные сейчас? И говорите, ну, вот умножить это на это, будет то же самое, что было. Значит, так, возьмем квадрат. Здесь один квадрат. Значит, и все. Вот. А если здесь квадрат, то будет... Ну вот да, получается плохо. Получается плохо. Вот. А чтобы получилось хорошо, надо, видимо, тогда, чтобы а умножить на b было равно 1. Ну, 1, 1. А, ну, грубо говоря. Так, чтобы у нас тут свернулось. Ну, сейчас мы это увидим. Вот. Пока так оставим. Так, ну, пока рано написано. Значит, еще много чего не знаем. Вот. Так. Вот. Ну, это будет... Так, и соответственно, если сюда уже типа так дальше ударим, значит, он получается вот это плавает. Так, давайте теперь нормально вычислим. Как вычислять нормально? Ну, чтобы ее вычислить, давайте сначала как-то на произведение. Так. Как там у нас это лучше? Давайте, я попробую. Так. Значит, ру, наверное, да? Значит, если мы хотим первую компоненту, значит, нам надо вот этот определитель взять, из второй критерий образованный. Вот. Значит, это будет АВ. Не, она же одна умножается, нет? Это первая умножается, да. А, сейчас. Будет. Нет, вот не могу я у меня, давай если нормально. Значит. Так.
Так, ну что нам на границе поделить, если лезть все равно? Вот, нет, ну там, там только нос обязан будет. То, что вы хотели уложить. И будет вынуть милый показатель. Да, да. Так, значит, да, это будет идти с минусом, поэтому... Так, а тут у нас что? У нас косинус в квадрате, плюс синус в квадрате. Вот. Поэтому, короче, мы уйдем там. Будет так, квадрат. Так. И все, вроде. Так. Вот, значит, получается квадрат. Ну, а в единичной нормальной, да? Ну, там же, если мы отходим, там, к сожалению, вторая квадратичная форма на первую минус первую. А, ну, в принципе, можно не делить, да, считается. По самом деле, да. Можно ускорить таким образом. Вот. Так. Ну хорошо. Значит, чего нам тогда дальше? Дальше вам надо скалярно умножить, да? Вот. Значит, ну, давайте умножим. Давайте он предположит, что вторая форма пропорциональна, да? Не будет равна все-таки, если мы просто скалярно умножаем на это, потому что равна будет, если единичные длины. А мы не делаем единичные длины. Вот. Так. Она будет пропорциональна. Значит, ну, надо умножить. Значит, умножаем на производную полу, получается. На самом деле, вот это можно лично сделать. Вот. Потому что мы умножаем там на матрицу диагональную, вот, след у нас, след не будет зависеть от того, что здесь. Так, и надо это умножить, соответственно, то есть УВ можно было, кстати, не считать вообще сначала. Вот. Так, вы умножите вот на это. И здесь будет что? Так. Я, по-моему, не то получил, да? А что вы здесь? Да. Сейчас вторую квадратичную форму. Возможно, общую формулу напомнить, написать. Да. А то и... Вы все помните, а это там что-то.
у и в, ну да, конечно, вот, оно должно не зависеть, оно должно получиться с нулем так близко. И вот. Не, ну что, давайте мы на доске видно, что легко Путина приходит убиться. Не, ну раз мы начали, давайте, давайте как-то досчитаем. Там будет там дорога, или тоже там плотный спросит погляд. Граница, значит. Ну хорошо, значит, ладно, круг. Не должен получаться косинус квадрат, но синус квадрат. Я это делал все-таки. Вот. Вот сейчас. Должно там такого получаться. Так, где же, что же у нас здесь? Ну то синус, косинус. Значит, ну потому что все верно. Потому что, значит, здесь на самом деле... Вот здесь, когда мы читали, вот, на самом деле, да. А значит, вторая, сейчас нет, синус В здесь все верно. Такой, да. Сейчас. А небось бы знак где-нибудь потерял. Нет? Где-то знак. Вот который приживы на этот знак потеряли. Потому что вы взяли там минус и убрали, потому что вот там он с минусом, но из-за того, что... А, тут вышел, там тут минус. Тут... Да, точно. Вот он знак выпустили, спасибо. Он потому что ушел, да, знак на скобочку. Потерял, да. Ну вот, значит, нет, как раз его не получил. А вот что еще один из минус? Да, я думал наоборот. Вот, смотрите, значит, так, ну и что получается? Значит, если мы теперь это умножим на значит, это будет вот синусом только, вот, а если на это, получим, соответственно, а квадрат b. Вот, вроде так. Ну, это плюс, да, два прогаемых. Ой, керамица, да, я же там много писал. Значит, здесь ты интересуешь, что находится. Вот. А здесь будет вот. А квадрат. А что если мы квадрат коды? Верно, да? Так. И что же у нас выходит? Что же у нас выходит? Я не знаю, где писать. Ну, понятно, говорится, мне импровизацию не хочется собирать. То, что можно стереть. Рисунок, наверное, тогда стоит. Или картинку стереть. Ну, в принципе, может быть, на той доске будет видно сейчас. Стерея нормально. Что мы вернули. Так, ну вот, и след второй на первую пропорционален, получается, ну просто делим на то. Вот. Выйдет, что у нас. Плюс один. Сейчас почему? А, ну да, плюс один. Так. Ну, да, нам нужно... Значит, нам надо, чтобы это было равно нулю, при этом соответственно вообще. По, да? Вот. Получился тождественный ноль. Вот. Ну, тождественный ноль, если оборудуется. Ну да, вот как это как раз легко и теперь. Вот. Значит, давайте я распишу, что там получается. Получается, я тут чистый пик. Вот. Значит, и минус. Да. Вот мы и приехали, собственно. Это равно 1 квадрат за квадрат. Это вообще не зависит.
Вот. Значит, и это должно быть равно нулю. Вот. Значит, да, значит, выяснилось, но на самом деле а квадрат b квадрат равно единице должно быть. Значит, семейство на самом деле выглядит вот так, как выяснилось. Нет, тогда мы можем не попасть. Куда не попасть? В Гран-Фловер, нет? Ну, мы b подбираем таким образом. Вот. B всегда нужно подобрать таким образом, чтобы это сошлось. Потому что у нас, если b, это один параметр. Ну, у нас условия один параметр. То есть это отношение b к b. Вот. И здесь один параметр. Ну, вообще это надо аккуратно проверить. Вот. Нет, ну, в смысле, у нас, поэтому может быть только одно. То есть, там, b, например, у нас два-то как будет. Это утверждение, что два условия. А, утверждение было, что было два, да? Ну, если пытаемся понять, что два. Может быть, у нас из другого семейства немножко тогда получается какие-нибудь есть решения. Нет, дальше. В принципе, да, уравнение может быть два решения. Вот. Ну, правильно так, это мы выяснили, что мы можем стирать. Нет, ну, это такая аналогия какая-нибудь там в какой-нибудь с параболы, да, которые вот мы стреляем из точки А в точку Б, и можно повесить. Да, что-то такое получится. А можно пониже, но как бы, тут это не видно. Может быть, мы, ну, в данном проекте мы вообще нашли. Ну, будем так, значит, то, что у нас получается вот такое уравнение, да. Так, и мы хотим... А точно второе решение в таком виде? То есть, может быть, оно чуть-чуть другое? Вроде в таком. Там оно геометрическое, на самом деле. Так, давайте я здесь через половину обозначу только. Отношение будет то же самое. Так. Тогда там напиши 2D на рисунке. Так, здесь это удобнее, очевидно. Вот, и что мы хотим? Вот этого мы хотим, да, вот это как-то найти выделять. А, да. И мы бы подбираем, на самом деле. Значит, то есть у нас должно выполняться, что получается, ну, в точке D мы должны быть с D. Должны равняться D. Значит... Должно вот такое равенство выполняться. Вот. Значит, и мы B такое выбираем, да? Вот. B такое выбираем. Ну, в общем, какое-то трансцендентное уравнение, и утверждение, что у него два порта, да? Ну да, да, да. Вот если теперь это указ, значит, сейчас. Да, какое-то трансцендентное уравнение вот с количеством его корней зависит от отношения d к d. Ну ладно, это, наверное, можно проверить. Ну да, на самом деле надо аккуратно разобраться, это некоторого времени требует. Значит, понять, при каком... Ну вот эта константа c, значит, на самом деле, это в любом случае, ему она равна. А есть точное значение или только определенное? Ну, у нее есть точное описание. Вот. Она на самом деле на гиперболический синус У, вот. А У – это корень уравнения, корень трансцендентного уравнения, уравнение, которое будет гиперболическим синусом. Вот. Ну, похоже на то, что вот я цистарно. Я помню, да, на самом деле, что я это раз сделал, там, короче, надо дифференцировать по B, а вот можно с этим разобраться. Вот. Ну, хорошо, главное, мы выяснили, что вот семейство внимания в опаке здесь. Хорошо. Вот. Хорошо, по крайней мере, с этим вопросом мы разобрались. Вот, значит, да, во-первых, да, это значит, что вот C1 такая константа есть. Значит, что после, ну, само этой константе там существует только один котеноид получится, в общем. Если, значит, если меньше, да, если находится близко на кольце, то там тогда два, действительно. А если больше, тогда их вообще не бывает.
Вот. А есть еще другая константа, это... В смысле, если больше вообще не бывает, то есть этого уровня не может быть решения? Да, да, да. Сейчас это одним параметром действует или двумя? То есть утверждение, что там сначала два корня, потом в одной точке только один корень, а в остальных вообще нет, вот так, да? Ну, это да, это, ну, это надо происходить по выбранию. Надо понять поведение этой функции, перефиксированных D и D, в общем, и по В. Да, да, я понял. Ну и там она, конечно, типа в бесконечности она возрастает, очевидно, потому что здесь гармонический котинг всех победит. Вот. А, ну, то есть там на самом деле получится что-то типа вот такого, по-моему. То есть, ну да, и при каких-то D, оно там решения иметь не будет. Вот. Согласен. Вот. Да, есть еще другая константа, которая меньше, чем C1. Ее смысл в том, что если у нас вот это d поделить на d, оно меньше этой константы, то котиноид действительно минимизирует площадь. Вот. Значит, ну, глобально минимизирует площадь тогда. Ну, то есть, грубо говоря, его площадь будет меньше, чем 2π d большой в квадрате. Да-да-да, его площадь будет меньше, чем, ну, да, один из вот этих двух котиноидов, вот, он является действительно оптимальным. Значит, да, если мы вводим эти константы, тогда оптимальными будут диски. Вот так. Ну, хорошо. Давайте я все это сотру. Так, а что получилось, что может быть одно решение, может быть два, может быть одного, да? Да, значит, есть некоторая константа, то если отношение меньше этой константы, у нас два решения. Вот. А если больше, тогда ни одного. Вот. То есть одно решение получается только, когда мы в эту константу попадаем. У нас эти котиноиды совпадут тогда. Вот. А как выглядит, когда это не одно? Да, ничего, как это у вас так кривое выглядит? У вас скрывается, что единичка на B, но числилось B X, да? Ну, вы правильно сказали, что это пресечение графика чёчницы с линейным этим. То есть, если переобозначить вот это вот за X, да, то это будет единица на X равняется, единица на X, плюс X равняется D на D, да, то есть если мы с x равняется d на b x. То есть это вот... Да, вот так даже лучше видно. Пересечение, я хочу... Ну, это одна точка, где решение вот есть, одно. А там... Ну, понятно, в общем, куда есть смысл. То есть, когда мои предыдущие большое решение расстояние, то котиноиды на них нету, да, получается. Да, вообще нет. Могут быть маленькие кольца и большие предыдущие расстояния, да? Да. Да. Вот. То есть при большом расстоянии котиноидов вообще нет, а при среднем расстоянии котиноиды есть, но они не являются оптимальными. То есть глобально они площадь не минимизируют. Вот. Иски лучше. Если одна из них минимизирует, то вторая минимизирует. Нет, вообще обе. Все обе? Да, обе минимизируют. Вот. Значит. Может быть, понятно, что минимизируют. Давайте. Вы успели сказать, что такое имя. Если отсутствие аккуратно, то она минимизирует. Ну да, я... когда маленькое, значит, когда совсем маленькое расстояние. Вот. Когда котиноид оптимальный. Я, ну, грубо говоря, когда он совсем близко, там они почти будут. Ну, да, да, да. Понятно, что если диски совсем близко, в общем, то там ну, площадь будет равна там два больших диска, которые очень близко находятся. Понятно, что в этой штуке между ними как площадь меньше, чем. Не, ну 2π для большой надо маленькой в одном случае, а в этом π для большой нет. Ну, не знаю, мне как-то кажется интуитивно, я тут совсем тонкая полоска. Нет, ну вообще это расстояние может быть какой-то маленький.
То, что на, то, что на большом расстоянии она минимизирует, это вроде как на глаза не видно. А почему на среднем минимизирует, это как глаза не видно, форму не видно, да? Нет, ну площадь в любом случае будет больше, чем площадь боковой поверхности. Но ну, как это чего? Объективнее цилиндр, если просто цилиндр взять. Вот. Значит, маленький, маленький, короче. У меня будет площадь, грубо говоря, там радиус меньше стороны цветы. Но по среднему радио. Ну, да, это тоже не совсем очевидно. Уменьшается. Ну, в смысле, нет, по-моему, ее радиус во всех местах меньше, чем у цилиндра, поэтому, вообще говоря, ну, вот это сама-то штука длиннее, конечно, как-то, ну, как называется, ну, не секущая, а какой-то профиль длиннее, но зато радиус во всех местах короче. Вот так и начинаем, что цилиндр будет. Ну, я не знаю. Вот. Ну, не очевидно, наверное, можно как-то подумать. Я совсем дешевый аргумент не придумал сейчас, да, вообще можно, можно посчитать, что стоит. Вот. Так, ну хорошо, я могу что-то, не знаю, проявить все-таки. Да, конечно, да, конечно. Давайте. Да. Я могу уже учить сказать. Если вам можно сказать. Сейчас, ну, посмотрите, вот бывает стрелы, и один из них не видно, то есть получается лишь что. Ну да. Критическая, это внимание проекта просто по одному из определений, критическая точка. Вот. В самом площади так. Не, ну, собственно, чтобы минимум перейти, нужно вот который для радиуса там же какой-то прям, ну, непрерывно нельзя перейти, то есть это прям логически нужно совершить какой-то скачок, нет? Ну да, да. То есть оно может быть, в принципе, локальным минимумом, просто топологически. Ну вот сейчас как раз я про это и скажу. Вот, это как раз по индексу не имеет отношения. Вот, так. Ну, хорошо, давайте сам. Значит, в первых местах. Значит, мы про первую и вторую вариацию. Первая и вторая вариация. То есть, горький. Так, да. Это, напомню, определение, во-первых, минимальной вероятности, еще раз. Вот. Которым мы будем пользоваться, ну, которое самое важное для нас, это что, значит, ну, давайте я сразу перейду, на самом деле, технологии, которые были приняты в этой науке, значит, на самом деле принято говорить лучше, в общем, говорить про не минимальные поверхности, а про минимальные погружения. Вот. Почему? Дело в том, что ну, вот это на геодезических более наглядно видно. Вот, если у вас есть геодезическая, скажем, замкнутая, вот, то здесь есть такой тонкий момент. Вот, вы можете взять, ну, она параметризуется каким-то образом. Вот, и вы можете взять, ну, вот, просто пройти по геодезической, а можете ее по-другому параметризовать и пройти по ней два раза, скажем. Вот, значит, и как бы образ будет тот же самый. Вот, ну, это будет другое погружение, вот, будет тот же самый образ. Вот индекс, который я определю, он на самом деле зависит от этого.
Вот, поэтому лучше эти суммы, что этих погружений будет разными, несмотря на то, что они создают одну и ту же геодезическую. Вот. Но с поверхностями то же самое возможно. Вот. Поэтому лучше говорить про, в этом контексте про минимальные погружения. Вот. То есть это какой-то дискретный фактор, но такой слово индекс означает, что нам дискретные факторы важны, да, поэтому здесь лучше быть осторожным. Ну, дискретный там... Или для поверхности, ну, то есть геодезическая, казалось бы, это вот сколько раз по ней пройти, то есть... Это... Ну, для геодезической, да. А для поверхности нет, да? Для поверхности там больше. А, может. Все вообще так. Нет, ну, наверное, тоже дискретный, да, сколько раз она покрывается, но там индекс уже не будет просто так просто зависеть. Да. А можно тут Эдвинда прочитать еще раз? А я его еще не написал просто. А. Вот, да, минимально, я его просто не написал. Вот, значит, да, это значит, что сниму электрическое плодинное. Функционала площади. Давайте я расшифрую, что это значит. Это значит, что в любой вариации, ну, вариация это просто отображение какой-то P, которое у нас, P у нас бегает от минуса к фондаректному. Вот. Насильно, значит, отображаемся в RPI. Тоже. Да, так погружаемся. Вот. Да, вот эта стрелка, это значит погружение. Так, значит, и, ну, если это вариация нашего исходного погружения, значит просто, что у 0 равно у. Вот. Значит, для любой вариации с компактным носителем. Ну, это просто значит, что вариация вся происходит внутри некоторой ограниченной области. Вот с компактным носителем, да, то есть внутри некоторой, давайте для этой области обозначим, понадобится ее обозначить органы. Внутри органы это просто какая-то область носителя, которая ограничена. Вот. И верно, значит, да, для любой вариации верно, верно равенство. Ну, понятно, такое, значит, если это критическое функционал, значит, если мы берем производную по t, площади этого погружения, значит, функционал площади в этой штуке и производная нуля. Вот, это должно быть равно нулю. Хорошо. А как здесь пишется, что мы фиксируем границу линк? Это вот то, что у нас вариация с компактным носителем. Mm-hmm. Вот. Значит, если у нас была поверхность с границей, то если вариация с компактным носителем, но это значит, что на границе она ничего не делает. Mm-hmm. Вот. Да, это будет действительно только, ну да, перспективно. Вот. Ну да, это важное замечание, потому что есть еще много других похожих случаев. Например, я упоминал минимальные поверхности со свободной границей. В общем, там мы границу разрешаем варьировать, но чтобы она бегала по какому-то, ну там, по сфере. Вот. Так, и давайте утверждение. Так, да. Вот. Так, сейчас. Аккуратно. Вот. Так, давайте все так выше. Вот у нас есть какое-то погружение. Да, в RTI. Есть его вариация. Так, вариация, ну да, с компактным носителем.
а как относительно внутри, внутри ограниченной силы. Ну, давайте введем такое вот В. Так, давайте я еще предположу, что сигма – это ориентируемая поверхность, это чисто техническая. Все, все это то же самое можно сделать и для неориентируемых поверхностей, но просто там чуть-чуть, чуть более условно надо сказать. Вот, это чисто для простоты, так времени не очень много. Ты, кроме рестомерности, есть деньги? Ну, погружены это что угодно. А, погружены, да. Да. Так. А В это будет, собственно, производная вдоль Т вот нашей вариации. Вот. То есть как объект, это мы просто смотрим, куда едет каждая точка, и смотрим ее вектор скорости. Вот так. Мы получаем просто какое-то векторное поле вдоль многообразия. Вот. Ну, по-научному, значит, это обозначается вот так. Значит, гамма со звездочкой касательная катастрофа. Но по смыслу это просто, значит, да. Просто вот для каждой точки смотрим, куда она едет, и рисуем стрелку. Вот. Со звездочкой. Получается какое-то... Созвездочек – это обратный образ. Вот. Ну, а обратный образ касательного слоения получается. Будет расслоение насилия. Вот. Так, и давайте еще введем прямо индивидуальная нормальная, как обычно, глобальная. Там для этого предполагали ориентируемость. Глобальная единичная нормальная сигма и F. Это будет функция, которая просто, это просто скалярное произведение. В раз это нормально. То есть проекция вот этого вектора, ну, проекция векторного поля на это нормально, то есть на это может. Просто нормальные компоненты этого поля. Знаете, ну если у нас поверхность не ориентируемая, на самом деле там просто это будет локально. Вот. Надо будет там локально выбирать эту эту. Вот. Ну, все то же самое мы будем сделать. Вот. Утверждение в чем? Тогда вот первую вариацию можно просто вычислить. Вот. Первая вариация, она вот опять будет дельта. Вот. На поле В. Ну, это, собственно говоря, это и есть вот это значение. Оно будет равно значит, минус интеграл линия. F делить на A. Ну, по форме площади. Вот, ее обозначим. Ну вот, отсюда, в частности, следует, что минимально как раз вот именно из этого это некоторое вычисление. H это что? Вот. A это средняя кривизна. Таким образом, мы устанавливали на этот плате, что равно нулю. Да, да, именно так. Вот, собственно говоря. Ну, это стандартное, да, стандартный подход на вариационное вычисление, значит, да, собственно говоря. Вот просто на там, ну, длинное утомительное вычисление вот, получает эту формулу, ну, и из нее как раз следует, да, что для внимания поверхности в смысле этого определения H должно быть равно нулю. Это формула первой вариации. Вот. У нас больше интересует формула второй вариации. Значит, почему? Да? Потому что ну, это такой подход только известный, значит, из второго семестра математического анализа, что если функция является, если у нас есть критическая точка, да, имеет смысл, чтобы понять в общем, характер этой точки, вот, надо брать вторую производную. Вот. Значит, поэтому это вот был первый пункт, теперь будет второй пункт. Вот, давайте предположим, что у нас первая вариация равна нулю. То есть это значит просто, что у минимальная. Вот.
так вот. Так. У тебя нет никаких направлений. Да, так нет. Он вместе. Но если брать по направлениям, да, то это будет вот так. Тогда вариация это дельтовой квадрате. И мы просто квадратичную форму выясняем, да? Вместо... Да, да, это вот квадратичная форма. Вообще, ну да, ее можно подумать. Потом если у нее все получится. Да. Ну и выглядит она вот так. Значит, давайте я лучше вот это здесь напишу. Выпишу сюда. Она будет выглядеть так. Здесь будет Лаплас минус 2К. Вот. Значит, здесь дельта это оператор. Ну, это на самом деле оператор не сын Лапласа, а Лаплас Бельтрана. Это Лаплас Бельтрами на сигма. Вот. А К это, ну, это Гауссова кривизна. Вот. Ну, правда, надо иметь в виду, что эта формула, она верна только для... Значит, то есть вот формула первой вариации, она верна на самом деле там, ну, только для произвольного, если правильно понимать, она верна для произвольного вообще минимального под многообразия. Вот. Что f много с той же стороны скобочки одной. Да? Так, а, немножечко, да, давайте я получше напишу, значит, ну, вот так. Вот. Скобка действует на одну. Да. Скобка действует только на одну из этих. Вот так лучше. Вот. А вот формула второй вариации, значит, ну вот конкретно, что получается Лаплас минус удвоенная Гауссова кривизна, это верно только в R3, снимать качество V3. Вот. А вообще формула второй вариации, она тоже есть. Вот. Но, во-первых, смотрите, значит, там будут некоторые сложности. Вот. Если у вас произвольное минимальное подмногообразие, вариация уже не будет, у вас поля вот эти вариации, они не будут отождествляться с функциями. Вот. То есть здесь они отождествляются, потому что нормальное расслоение одномерно. Значит, то есть ну, у вас любое нормальное поле к поверхности, это будет вектор n умножить на какую-то функцию. А если вот. Гиперповерхность? Да, если гиперповерхность, это всегда в случае гиперповерхности. Mm-hmm. Вот. А если у нас там, скажем, что-то двумерное в четырехмерном, в общем, да, там уже нормальное расслоение двумерное, оно отождествляться с функциями не будет. Вот. И, соответственно, да, формула, ну, она даже не будет действовать, у вас вот этот оператор, который здесь стоит, он даже не будет действовать на функциях, он будет действовать на сечении этого нормального расслоения, на самом деле. Вот. Формула для второй вариации, она написана уже с учетом, что первая равна нулю. И она так и будет. Да, это с учетом того, что первая равна нулю. Вот. Значит, там это используется в выводе. Вот. А еще, напомните, вот это h, значит, наше числение, это производные от индуцированной метрики, да? H? Ну, там, да, еще, значит, ну, это там след второй, куда еще формы, значит, да, там получается, там вторые производные, ну, нет, вторые производные от индуцированной метрики, это широкое понятие, как бы, что с ними делать дальше, да? Ну, хорошо, а с самого отображения тогда какие-то? Это зависит от самих производных. Вот. Значит, то есть, ну да, там след второй квадратической формы делить на первую. Вот. А вот при других обмерах, вот это вот аж через какие производные акции? Ну, это тоже все второй порядок, конечно. Вот. Тоже все всегда вторая производная, но только H там это по природе немножко другой объект.
в случае произвольных размерности а это не число, а не функция. То есть, да, а то же самое. Я тоже не скажу. А вот это выражение не второй вариации. Там всегда, вот, например, Лапласа. Ну, там, значит, место. Да, там как устроен, да, там другая формула будет. То есть вот так эта штука выглядит только для этого. А в случае, да, при произвольной размерности там будет, там есть формула этой второй вариации, которая еще утомительнее бывает, чем первую. Вот, она в себя включает оператор Лапласа, ну, такой аналог оператора, ну, Лапласа, да, для драйвера. Но, тем не менее, оператор второго порядка действует еще на F, да? Да, тоже эллиптический, в общем, да, в нормальном расслоении. Нескаляр у нас на F, да. Некий, значит. И там будут, нет, там будут не скаляры, а, в общем, некие тоже операторы. Маленькие, вот. Да. Но без произвольных, да? Да, они будут без произвольных от F, вот. Значит, но тем не менее это тоже некоторые операторы. Да, а какого мы порядка по производным атрибутам? Значит, ну вот там есть, там будет что? Там будет один оператор, который вообще не зависит от производных ату. Он отвечает за, это некая выжимка из кривизны всеобъемлющего пространства. Вот, да, из тензора кривизны. Вот. Здесь его вообще нету в этой формуле, потому что он. Ну, потому что у нас всеобъемлющее пространство это R3, там все кривизны равны нулю, какие можно представить. Вот, так что слагаемых вообще нет. А еще одно слагаемое это будет вот, ну, тоже там нечто, некая выжимка из второй квадратичной формы. Вот, то есть это тоже второй порядок будет. Здесь все не выше второго порядка. Это эфир на аналогичный, да, получается. Ну, как сказать, вообще не совсем так. Вот, да, ну, то есть аналогично, что формулы есть, и в ней есть оператор Лапласа. Вот. Как бы, ну, некий аналог оператора Лапласа. Не, ну как, число производных F и U одинаковые. Не, ну это понятно, это просто, ну, мы же два раза взяли производную. Вот. Было бы странно, если бы мы получили более высокий порядок. Нет, там корень детерминанта. А. Так не согласились. Исходный функционал. Исходный, а, ну да, да. Да, там, конечно, корень из детерминанта, да. Нет, ну это все хорошо. Это и то, что вариация детерминанта, да, выражается просто через метрику и обратно измерить. Из-за этого, видимо, да, все похоже во всех. Ну да, кто-то. Ну хорошо, спасибо. Нет. А можно более чуть просто, значит, этот оператор вошла по субитрами, он действует на F, да? F это кто? Это произведение чего? ВНН, да? Да, ВНН. То есть это где? Это F с точки зрения поверхности, где она принимает? Это просто функция на поверхности. Просто функция. Это функция подняли вверх. То есть это что, оператор Лаплас, действующий на скаляемую функцию? Да. Лаплас в бильдраме, да. А в бильдраме, значит, чем отличается Лаплас от Лапласа в бильдраме? Ну, это значит, ну, это как, это, наверное, просто привилегийный Лаплас, в общем, на поверхности с метрикой становится. В общем, то есть мы на поверхности с метрикой есть, да, где, ну, есть оператор Лапласа, а что вы называете обычным Лапласом? Нет, я его называю. Наверное, да. Я смутился, что я думал, что это не функция. Хорошо, да, это функция. Ну, какие-то особенности есть, тот факт, что сигма минимальная, вот, ну, это явно как-то упрощает на какие-то Лапласы, да, или нет, или там вообще непонятно, что это означает, это оператор. Ну, нет, на самом деле нет. То есть это никак не упрощает. Есть способ упростить, но на поверхности можно выбросить удобные координаты хорошие. Вот. Зоны конформные. В них оператор Лапласа, ну, сравнительно просто выглядит. Ну, он выглядит, собственно, так же, как обычный оператор Лапласа, например, выглядит более-менее. А как обычно определяется? Нет, еще раз, ну это же ДА, находим G, G верхняя, на D. Но при этом формула нет,
Как происходит детерминанта, и ЖВ сокращается. Нет, а, ну просто, а как устроена связь от гармонических функций? Они вроде без метрики определяются, и они замыляются, да, ну, там, решают вопрос. А у вас случайно совпадаются, они определяются с помощью конкретных. А это тот самый ЖВ. Можно определить как просто функцию, у которой средняя квартала равняется... Нет, не так. Не так. Да. Они анализируют о том, что классы и конфликты, но как одно и то же. Это, например, на каком-то экономике же можно посчитать это поведение, то, что... Ну, когда, наверное, можно посчитать, то есть где-то вообще вторая вариация, где... Ну, так, ну, вот формула, да, значит, все... Все здесь, все считается. Я имею в виду, что там понятно, что такое... Лаплас, он всегда выпрямим, он выписывается. Там есть просто явная форма по выписке любых локальных координат. Нет, ну не вакантные сюда, глобальные. А есть глобальные? Глобальные? Ну там, наверное, какие-то вот эти вот для скрепления. Глобальные, наверное, тоже можно, но, честно говоря, я не знаю, зачем. Ну, понятно. То есть это их очень... Нет, я понял, что... Так, давайте, у нас совсем несколько времени, мы так чуть-чуть... Время уже кончилось, в общем. Ну, давайте хотя бы определение это дам. А то уж как-то совсем обидно. Значит, так. Ну, во-первых, давайте скажем, что вот этот император, да, который у нас здесь получился, ну, он только в артерии там будет у вас. В артерии это называется... Называется оператор устойчивости Юкомера. Ну или стабильности. Да. Устойчивость более русское слово. Вот, поэтому лучше его употреблять. Значит, и наблюдение такое. Здесь есть такое наблюдение, что L – это просто электрический оператор, на самом деле. Потому что это лаплас плюс какая-то функция. Вот. Электрический оператор. Вот. Поэтому, значит, у него секретный спектр. Вот. Шестисигмный компактор. Еще что? Шестисигмный компактор. У нас все, да, это важный вопрос, значит, на компактных там происходят ужасные вещи, поэтому у нас все делается на омега, значит. Омега – это ограниченная область на сигме, вот, у нас все вариации с компактным относительно внутри омега. Нет, тогда я могу сказать, ну, в смысле, дискретный спектр надо ограничить условия. Ну, ограниченные условия задаются тем, что у нас компактная вариация, то есть на границе ноль всегда. Директ. Вот, да, спектр директ. Выглядит он вот так. Ну, то есть я на самом деле в случае поверхности здесь всегда будет меньше, а потом уже меньше либо равно. Вот, и это стремится к бесконечности. Вот. Ну и, собственно говоря, что такое индекс у вас? Но это индекс только области омега, на самом деле. Вот. Это просто количество отрицательных собственных чисел здесь. Вот. То есть это количество. А таких, что для наверняка больше нуля. Вот. Значит, а индекс всей поверхности, да, это мы определили только
индекс ограниченной области, вот, поверхности. А индекс и поверхности – это предел или супрам, в данном случае это одно и то же. Вот. Значит, предел под прямым стремящимся к конечности, индекс омегаитов. Где омегаиты – это просто некое исчерпание, значит, на поверхности сигма, то есть у нас просто где поверхность сигма – это отделение по этих областей. Вот. Это может быть. Мы смотрим на собственное значение вот этого Лапласа минус Чебоккара, да? Да. Да, да. Сейчас я не понимаю, что значит индекс области? Область вообще предложения ничего не знает. Это же, ну, у вас, как пишется, сигма отображается в гордине. Омега в сигме. Так. Индекс области. Или индекс, наверное, ограничения у на область, да, как-то вот в этом смысле, да? Значит, пары отображений в области, да? Ну, сейчас просто, ну да, 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 конечно, ну просто в этом определении закрыто, определение, закрыто. Или мы считаем, что вы единственные? Да, мы его зафиксировали, в общем, да. Ну, то есть, от способа задания этих уитхедж можно довести, ну, грубо говоря, если я возьму какие-нибудь то есть если я буду брать омегит какие-то кривые, то можно? Нет, от омегит не зависит. Никак. Это прям теорема, да? Да. Ну, сейчас, мы, это, на самом деле, не трудная теорема. Там, в общем, что... Это, на самом деле, именно индекс, да, именно количество для цели. Да, да, вот. То есть это не зависит, на самом деле, от последовательности омегит. Вот. Значит, предел отсюда есть, да? Да. Да. А почему он вообще существует? Ну, он может быть бесконечность. Да, он может быть бесконечность. Но на самом деле там легко показать, что он, если вот вы можете считать, что у вас он укладывается, да, одна в другую, все больше и больше становится. В общем, но можете показать, что там, если вы берете большую область, то у нее индекс, соответственно, только, ну, может только увеличиться. Это логично, потому что что такое вообще по смыслу индекс? Да? Давайте это скажу, в общем, на законе. Это такой индекс по смыслу. Вот. То есть, ну, у вас минимальная поверхность – это критическая точка функционала площади. Вот. И локально, вот как было еще в прошлый раз, в общем, локально, да, то есть, если вы возьмем маленький кусочек поверхности, площадь, она всегда, значит, если вы немного измените там поверхность, площадь может только увеличиться, собственно, поэтому они минимальны. Но вот если вы берете большие куски поверхности, вот эти омега, вот, и небольшую вариацию, да, то, в принципе, может случиться так, что площадь уменьшится. Вот. И вот индекс, это неформально говоря, как раз это количество направлений, да, то есть вот этих вот векторов, вот этих, ну, вариаций, они в данном случае, это будут собственные функции этого оператора, вот, они как раз отвечают направлениям, которые, если вы пошевелите поверхность, ее площадь, она уменьшится. Вот. Да, это вот что по существу означает индекс. Почему тут он равен каких-нибудь примеров? Ну, вот это было следующее, это я уже не успел. Просто, так сказать, скажите, было два. Ну, давайте я вам писать не буду, я как-то кратко скажу, да. Просто. Вот, что, значит, ну, на плоскости индекс 0. Вот. Это понятно. Значит, легко достаточно. Вот есть и более интересные результаты, например, что других, на самом деле, поверхности индекса 0 нет. Вот. Значит, то есть это единственное, это называется устойчивое. Вот, если индекс равен 0, это говорит, что устойчивое поверхность. Вот, ну или стабильное, вам как больше нравится. Вот. Значит, других устойчивых нет. У катеноида, который мы так долго обсуждали, вот, у него индекс 1. В общем. 1, и, ну, как раз, вот если взять небольшую, вот, да, там, когда вы будете расширять эту область, если расстояние между кольцами, оно маленькое, вот, он будет устойчивый. Вот, соответственно, а когда вы кольца увеличиваете, ну, соответственно, берете больше, то область в этом катеноиде
какой-то момент, соответственно, он перестает быть устойчивым, вот, и со мной сравним единиц. Там, то есть он при c там меньше c1, он 0, да, или как? Или нет? Ну, там это не совсем так, потому что мы же не кольца двигаем, а мы уже на самом, у нас кольцо это уже зафиксировано. Вот. Ну, то есть мы расширяем уже, мы сами кольца больше становятся. Да, вот, на синоиде. Ну да, там это будет связано как-то с этими константами c1. Вот. Ладно, значит, это тоже можно выяснить, некоторое вычисление. Вот. Ну, а там прям явно нельзя посчитать, это там оператор вот этот. Какой? Спектр вообще нельзя, но то есть там есть не надо. Спектр этот он очень редко считается явно. Это ну, некоторая да, проблема. Ну, у нас вроде Катиной, как я говорил, какие-то там. Ну, то есть нельзя, да, нет каких-то зубных. Я как-то пробовал, у меня, по-моему, не получилось. Вот, это посчитать. Ну, то есть там, понимаете, в чем дело, проблема? Там у вас все сведется вот к тому, что вам надо найти собственные числа, ну, какого-то дифференциального оператора. Вот. Ну, довольно сложного, да, такого хитрого. Ну, и как бы. Нет, да. Там вроде лаплассианы, там есть координаты параболические, в которых он там. Ну, у вас лаплассиан с добавкой, это большая разница, на самом деле. Это еще Шрёдингера как бы получается. Не, ну да, да, я не говорю, что мало. Ну, иногда, да, иногда бывают случаи, когда прямо вот все считается. Но это довольно редко. Вот обычно вычисление индекса – это вообще такая довольно нетривиальная задача. Вот. То есть явно весь этот спектр посчитать, ну, не выходит обычно. То есть вот применяются какие-то хитрые трюки, чтобы установить количество, вот именно вытащить из этого спектра то, что нам нужно, то есть количество отрицательных собственных чисел. Вот. Ну, там разные совершенно есть методы, как это делать. Вот, то есть индекс катиноид равен 1, и опять же, есть результат, что других поверхностей индекса 1, ну, нет, вот, значит, это если брать ложные поверхности, вот, без самопересечения, а если брать подруженные поверхности, то еще поверхность Эндекера, которую я вам тоже упоминал в прошлый раз, она с самопересечениями, она тоже имеет индекс 1, вот. И, опять же, других погруженных уже нету. А, тот, который спирали забудка называется. Вот. А вот это хорошая вещь, значит, это далеко. Это катиноид, в принципе, бесконечно, да? Катиноид, да, да. Ну, конечно, да. Ну, в смысле, а почему бесконечно? Можно шкать конечный. Ну, можно дать конечный кусок катиноида, вот. Ну, можете, конечно, да. Но там вот иногда будет ноль, иногда один. А, ну. Вот по этой уровне считается. Угу. Тогда индекс этого уровня. Вот, а геликоид – это вот такой немножко, да, такой патологический пример, значит, там граница получается при равной бесконечности. Вот. Ну, это, в принципе, интуитивно понятно, потому что у вас, если он периодически, да, он как бы стоит в повторяющихся кусках. Если вы на одном куске нашли уменьшающую вариацию, да, то вы ее можете просто в разных местах как бы сделать, вот, значит, у вас получится, соответственно, вот бесконечные индексы получится. Не, а можно же ее ограничить и на период, например, или нет, или это уже не будет. Да, но если ограничить на период, тогда, конечно, будет какой-то конечный. Какой конечный, непонятно. Ну, какой, да, непонятно. Ну, обычно все интересуются именно вот полным этим индексом, все поверхности. Если она периодически не имеет смысла, вот для некомпактного случая можно было по-разному делать. Вот, с помощью этого предела, это, по сути дела, мы не тем вот эти отрицательные реакции с компактным носителем. Правда? Да. Вот. А могли бы их варить? Бля, рассматривается. На компактной поверхности. Это сейчас и два варианта. Те, которые у них носитель, но просто они на дыхание хорошо впадают. Так, чтобы функционал был конечный, вот, ну, чтобы все было определено везде, да? Ага. И оператор был, может быть, там даже сам сближенный, я не знаю, чтобы было точно. Такую задачу тоже можно было рассмотреть, а фильм был совершенно другой. Ну, там, а если был тот же, то это интересно. Там надо, чтобы все-таки был дискретный спектр, я не уверен, что на этом случае это будет. А могла быть там официальная часть? Нет, ну все. А вот и нет. Да, да, да.
Ну вот, да, в этом проблема, как бы. То есть здесь-то вот вся эта возня с компактными штуками, она с областями нужна вот именно из-за этого, потому что ну, сразу мы не можем взять вариации на всей поверхности, потому что там действительно область будет непрерывный спектр. Да, в общем, это опыт. Вот. Ну, вот, а здесь вот так надо. Ну, вот на фото, от первых плоскости, да. Ну вот, значит, ну вот в сферах, до которых я не закрыл, там такой проблемы нет, потому что там наоборот, там вот, значит, в артерии нету компактных минимальных поверхностей, вот, я не объяснил, почему это так, на самом деле, ходил в план, я уже не успел, вот, нет компактных минимальных поверхностей в артерии, не существует, а в сферах наоборот, там, конечно, все компактное, сама сфера компактная, там вообще нет таких проблем, там можно брать варианты вообще на всей поверхности. Вот сразу. Это удобно. Да, там своя теория индекса, в общем. Ну, смотри, более-менее любые. Вот. Или там считанные штуки известны? В сфере нет, в сфере не любые бывают тоже. Вот. Ну, и в пространстве, на самом деле, не любые. Например, в пространстве нет количества индекса 2. Вот такой вот. Это уже известно. Вот, так сказать. Ну, например, неизвестно, открытый вопрос, есть ли там поверхности черного индекса, например. Вот. То есть индекс он посчитан там для каких-то рисунков, почему-то всегда получается не черным. Вот. Это такое загадочное обстоятельство. Ну, для ориентируемых, по крайней мере, точно. Ну, так, то есть тут на самом деле много всяких, так, это такая трудно развивающаяся теория, в общем, много чего есть и делать. Вот. Ну вот, ладно, я что-то все-таки успел рассказать, да, я сюда, наверное, надо заканчивать. Сейчас, а в каком случае можно о сфере думать, как о визуальной? Или не, не в каком речи? О сфере в R3? Или... Ну да, вот в R3 в сфере не можно как о минимальной поверхности? Нет, нельзя. Ну, она не минимальная. Ну, она не минимальная. Но, она к другому классу принадлежит, значит, это только изучают, это поверхность постоянно средней кривизны. Да, поверхность постоянно средней кривизны. Вот, то есть такое есть. Ну, некое обобщение минимальной поверхности. То есть это... Тоже изучается. Но чуть меньше, чем минимальные поверхности, но тоже такое есть. Она, грубо говоря, решает задачу, что там ограничивает максимальное ее минимальной поверхности. Или как-то или так. Ну да, да. Что-то такое, значит. То есть там получается, да, там задача вот ограничения объема. Значит, да, там была вот эта, с того, что я знаю, вот в области была там такая гипотеза двойного пузыря, значит. Вот, что там, если взять какую-то штуку из двух, ну, из двух поверхностей, которые совместно, ну, там, рядом, то они там имеют меньшую площадь, значит, когда это двойной пузырь, в общем. Вот эту форму, которую принимают два мыльных пузыря, которые слившись, вот, и у них там в середине какая-то такая стенка, ну, кривая, в общем, получается. Вот, да, была такая гипотеза, но это я, так, у меня только общие знания на эту тему, то есть. А если вот аналогичные понятия ввести для экономических показателей, будет что-то? Какое именно понятие? Ну, у нас есть экономическое отображение, и на нем можно смотреть второй вариант функционала. Да, это тоже очень интересный вариант. Вот, да, да, это очень хорошее замечание, потому что есть... это не единственный индекс, который связан с минимальной поверхностью. То есть это как бы самый главный индекс. Вот, кстати, индекс Морса, вот, еще называется. Но они все индексы Морса, на самом деле, просто разных функционалов. Вот. Но есть еще, например, энергетический индекс. Вот. Там это тоже Морса, или другого функционала? Да, да, который только Морса, но и функционал индекс. Вот, это называется энергетический индекс. И это только, значит, только изучается, это хорошая штука. Вот, значит, то есть это только для любой минимальной поверхности, потому что минимальное окружение является гармоническим. В частности, то есть оно и собственно функционал энергии тоже. Вот. И можно изучать, как связаны между собой эти индексы. Mm-hmm. Вот. И там есть очень глубокая теорема на этот счет, теорема Эдди Михайлова. Вот, что на самом деле индекс, вот этот, ну, вот этот индекс, он ограничивается сверху энергетическим, плюс добавкой, значит, с размерностью пространства модуля этой поверхности, там вылезает алгебраическая геометрия внезапно. Вот.
значит. Сейчас внутри этого смысла, когда можно двигать поверхность, меняя площадь. Пространство модулей, вот. Нет, это пространство там, ну, как конформных классов на поверхности. Гаутова или скалярная, ну, не отвечает принципиально, что именно Гаутова. Нет, Спасибо.